Привет, а это я, Саня. И это моя первая рыбалка в Карелии. Поехали! Тут этот, я могу только видео, но я могу ее просто кадр вырезать и все. Вот да тебе и пусть ним хотя бы кадр, блядь! Поебать, поехали, блядь! Ну а теперь давайте по порядку. Начнем с того, что это моя первая рыбалка за 31 год жизни. И я до сих пор не шарю в этой теме. Но скажу так, это было охренительно круто. Моментами страшно и очень весело. Эй, музыка, играй! Стульчик спиздил сейчас. На катере посидим. Король севера! Король севера! Король севера! Так что у нас по рыбалке? Одна веселая компания, как вы могли заметить, есть. Рыбные места у нас, конечно же, найдены. Моя первая щука! Остается только наслаждаться этой невероятной северной природой Карелии и кайфовать от процесса. Ну а теперь немного о нашем плане, которому мы придерживались. В Карелию мы приехали на неделю. Запланировано у нас 3 смены места проживания, а это значит, что путешествие обещает быть очень интересным и насыщенным. Заплыли мы, значит, вот в такие затончики. Сейчас я вам покажу, что мы там выловили. Просто охренеть. Вот она, рыба моей мечты. Щука. Килограмм, наверное, 8. Да нет. Держи, держи. Держать даже, удержать не могу. Вон какая красивая. Сейчас мы в честь такого подарка будем запускать салют. Держи, жена. Пока летит, должен держать. А пока мы занимаемся рыбалкой, я вам расскажу немного о нашей первой локации. Это озеро Сигозеро. Стоит отметить, что Сигозеро входит в число самых больших озер Карелии. В целом, Сигозеро очень хорошее место для рыбалки. Представляете, тут водится 18 видов рыб, что довольно большой показатель даже по меркам Карелии. В общем, от меня огромный рекомендацион. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села батарейка. На обратном пути к нашему ночлегу мы решили пообедать с самой вкусной гречкой с тушенкой. Кстати, берите на заметку, говяжья тушенка из Вкусвилл выше всяких похвал. Ну а это наш ночлег, турбаза Сигозеро. На территории расположено 6 домиков с общим санузлом, а также здесь можно арендовать баню, лодки и снегоходы. Цены умеренные, но зависят от сезона. Ну а мы погнали дальше. Ну а мы уже поменяли место локации. Сейчас мы находимся в Вологодской области, в деревне Исаково. Остановились мы на базе, в одноименной базе Исаково. Вот такая у нас, собственно, база. Вот с такими вот видами шикарными. Сейчас будем готовить щуку, которую мы словили на озере Сигозеро. Это у нас что, окунь был? Окунь, щука. А я Андрюха. Эй, Андрюха.
Вон, короче, готовим себе пожрать. Сегодня у нас такой день сокращенный. Сейчас быстренько, короче, ужинаем. И завтра уже выдвигаемся рыбачить. А мы как, на какое озеро поедем? Ежозеро. Едем на озеро Ежозеро. Ловить не знаю кого. Может, что-нибудь словим. Всем доброе утро. А у нас следующий день. Перед выездом к озеру Ежозеро хочу рассказать о базе отдыха Исакова. Хоть эта база была для нас перевалочным пунктом, хочу отметить, что она понравилась мне больше всех. Комфортные домики, банный комплекс, кафе, чистейшее озеро Тудозеро и непосредственная близость к Онежскому озеру. Да, сюда я обязательно вернусь. Ну а мы поехали дальше. Ну а дальше будет короткая инструкция, что делать, когда все идет не по плану. По дороге до нашего следующего ночлега у нас сломалась машина. Как вы понимаете, сервиса в глухом лесу нету, поэтому мы решили чинить ее сами. Благо, смекалка и сила рук сделали свое дело. До следующего места рыбалки нужно было ехать на машине, но клиренс и недавняя поломка... В общем, решили не рисковать. Поэтому мы выбрали проверенное место, в котором все равно заблудились. А, там еще были медведи, и совсем не было рыбы. В общем, как я и сказал, когда все идет не по плану. Короче, шли мы на озеро. На озеро мы шли. И встретили в лесу вот такую избушку. Ой-ой-ой. Это видос напоминает это. Дед сейчас такое в окно выглядывает. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Ну, он этот старый. Там какой-то радиатор, блядь, висит, да? Или что это? Это решетка. Блин, какую-нибудь хрень бы найти, да? Прикольно. Ой, бы нахуй съел, писай, о, ну тут, наверное, уже местные-то, если уже б что-то было, растащили. А вон там вдалеке еще один, да, дом? Пока снимал, короче, батарейка села. Вон там вдалеке еще одна изба стоит. Точнее, уже то, что от нее осталось. Вот, а здесь вот окошко открытое. Вот так вот люди жили. Блин, выглядит, короче, стрёмно. Страшно красиво. Полы, короче, паркет, все дела. Блин. Короче, прям очень-очень хочется вот ту дверь открыть. Прям вот сил нету, сколько хочется. Надеюсь, эта крыша не обрушится на меня. Но это... Кто не рискует, тот не пьет ничего. Ты куда? Туда? Да быстренько. Не надо, Саня, нахуй. Слышишь, не надо, Саня, все гнилое, Саня. Да ну только, блядь, аккуратней, нахуй. Снимай. Вот сними, чтобы эта дверь... Ну, подойди сюда. А, он снимает? Да, снимает. Вот, чтобы было видно эту вот дверь. Я, мне просто сил нету, хочется дверь. Блядь, Саня, не надо, ебнется все нахуй. Ты посмотри, Саня! Уйди нахуй оттуда, не трогай дверь. А, блин, там, короче, ни хрена нет. Саня, все нахуй, гнилое, оно вот падает само по себе. О, здесь газеты, прикинь. Смотри, газеты. Вон газеты, старые. Саня, у нас туалетная бумага есть, не надо. Лекция о здоровом быте. Тут, короче... О, видал что? Старые газеты. Цари. Что тут написано? Вологодской области, типография Калинина. Шесть черных. Без фото потом прочитаешь. Прикольно.
Короче, ладно, пойдем отсюда. А, блин, нет. Блин. Сейчас, блин. Вон. Тут они уже обрывки. Я хочу год найти просто. Фотография. Что пропало даром? А, ну это уже какая-то свежая, какая-то там советская. Молодая что-то. Гвардия, это советская. А там прям, это короче, что-то... Там прям это... Какая-то царская газета. Да ну какая царская? Да не, ну тут прям вот это. Да он обои, ты что? Все там даже написано-то, елки-палки, вон. По-старорусскому. Ну я, конечно, не шарю в этой теме, но... Калоши нашел. Ну, Путин же говорил, что в СССР только калоши делали. О, смотри. Вот они, скорее всего, есть из самых калоши. Калоши. Не обманет. Как на вкус? Это не калоши, а валенок. Свежие. Ну это валенок, валенок. Да, валенок обрезан. Калоши. Валенки. Там это, корейская язва может быть, Сань. Давай, как нет. Я сам давно сдох, скорее всего, выветривается, а холера остается. Да, правда, здесь север, но вряд ли будет. На югах это пиздец. Зашел камешек, потрогал, потом нахуй откачивай. Ну, я не думаю, здесь. Ну, короче, тут, блин, это... Скучно, скучно. Ничего нельзя, блин, двери нельзя открывать. Из интересного только газетки. Ну, ладно, пойдемте дальше. Хорошо, здесь горелочку, да, просто? Ну, слушай, этот... Солидный здесь товарищ-то жил. А? Солидный товарищ-то жил. Семейлик солидный. Ну прямо, ну дом такой, двухэтажный, коттедж-то. Вообще нормально. Уже где-то на подходе на озеро. Вон. Такая болотистая местность. Прям. Наступаешь, как по одеялу, идешь по холоду. Пахнет вкусно. Воздух свежий. Андрей. Медведи тут еще, короче, ходят. Очень много кала медвежьего встретили по дороге. Какова красота! Уже 3 часа идем. Никак до этого озера дойти не можем. А как в Сусанине там? Они в болоте все утонули, да? Ну да. Ну вот, в принципе, мы уже близко к этому. Уже почва. Грибочки. Вот оно озеро. Где-то вот тут за деревьями. Красота. Красота-то какая! Вон что, шестеро висит. Поспели уже на дереве. Вон, блин. Че, рыбу распугал, да? Че? Вон поплавки поспели, идите, срывайте кушать. Ага. О, смотри, сколько клюквы растет. А, так это вот, ставишь на живца. Ребят, я предлагаю вон там расположиться. Андрюх, смотри, вот пятачок какой козырный. Вот сюда давайте, пожалуйста. Вот сюда. Вот здесь хорошо. Кругом тайга. Ладно, сейчас буду, короче, разбивать лагерь. Блядь, ну готовить гречку с тушенкой, рыбачить. Ну и все такое. Правильно? Короче говоря, пока кричал, распугал всю рыбу. Ничего мы тут не словили, жутко устали с дороги, но решили разбить себе лагерь. А на обед у нас снова греча с тушенкой на свежем воздухе. Короче, вкусно. Вот я вам сейчас пою одну песню, которая называется «Нет времени». Так, пришло время рассказать о нашем третьем ночлеге. Это гостевая деревня Ижозера.
Как вы уже могли заметить, с названиями не заморачивались. Примерно все базы называются в честь озер соседей. Сигозеро, Тудозеро, Ежозеро. А, ну и с названиями озер то же самое. Что у нас по плюшкам? Это классное расположение до туристических локаций и памятников природы. В общем, в коттеджах есть все необходимое для комфортного отдыха. А на этом все. А мы с вами увидимся, когда увидимся. Пока-пока.